Черные дыры, гипервселенная и планетоходы. Десятки ученых сегодня представили в Королеве проекты будущего. В технологическом университете открыли гагаринские чтения. Конференция стартовала еще вчера на родине первого космонавта в Смоленской области. Второй же день научных дискуссий одной из секций решили провести в нашем городе. Я думаю, что действительно это станет традицией. И мы, конечно же, с удовольствием каждый год будем принимать гагаринскую весну в наших стенах. Свои доклады студентам представили ученые Российской академии наук, представители некоммерческих организаций, исследующие проблемы освоения космоса. Выступали и королевские ученые, сотрудники ЦНИИМАШ.